5000 рублей в день за срыв расселения аварийки. Отныне предусмотрен штраф. Новые финансовые обязательства должны стать стимулом для своевременного выполнения планов по расселению людей из ветхого жилья, сообщает пресс-служба правительства региона. Систему штрафов муниципалитеты должны предусмотреть в контрактах с подрядчиками, строящих социальное жилье. Особое внимание уделено и качеству нового жилья. Теперь в комиссию по приемке новостроек местные власти обязаны включать специалистов из органов государственного жилищного, строительного, санитарного и пожарного надзоров, представителей общественности и работников организаций, эксплуатирующих инженерные сети. Местные власти также должны обеспечить доступность квартир, строящихся или приобретаемых по программе для маломобильных групп населения. Кроме того, как мы уже сообщали ранее, на каждой деревяшке, идущей под снос, должны появиться информационные таблички с указанием сроков, даты переселения и количества будущих новоселов.